Сейчас я хочу провести сравнение 9 разных сортов картофеля. Некоторые из этих сортов местные, выращенные у нас в Сибири, уже годами выращиваются. Несмотря на наш резко континентальный климат и на то, что картофель чуть ли уже не сота репродукции, данные сорта, некоторые из них, дают стабильные урожаи. Хорошие, да, или средние урожаи, несмотря на разный климат. Да, у нас, потому что кто, да, живет в Сибири или жил, знаете, да, что у нас может быть жара, да, тут же может резко похолодание, дожди лить, да, заливать все. Или же, например, морозы, да, холодный туман, лед, да, ночью, да, утром на картофеле, да. Ну, то есть резко континентальный климат, и данные сорта, несмотря на все это, дают стабильные урожаи. То есть я думаю, некоторым будет это интересно узнать, да, посмотреть эти сорта, сравнить их с другими. А, ну, кроме этого, я также рассмотрю еще и другие сорта. Например, я какие-то на почте заказал, скажем, Коломбо. Здесь никто не выращивает данный сорт. Эту скороспелку голландскую, да. Ну, мне просто интересно было посмотреть, как у нас в Сибири он будет расти. Или, скажем, Сынок сорт, да, который дает тоже хороший урожай. Богатырь, да, сорт Богатырь, а называют люди Сынок его. Или же, скажем, вот в магазине пошел, купил египетскую картошку, один клубень разрезал на 4 части, посадил вот 4 кустов. 4 куста, 4 лунки. И я, кстати, уже видео снимал по поводу египетской картошки, можете посмотреть, кто еще не видел. Вот сегодня я просто остальные вот эти 2 куста выкопаю. Ну и я хочу сравнить по трем категориям, критериям, да. Первое – схожесть ботвы, сохранность клубней. Второе – урожай, сколько кустов в ведре. И третье – вкусовые качества. Ну, по поводу первого хочу сказать, что все эти 9 сортов дали хороший урожай. Дальше я назову эти сорта, сейчас буду выкапывать, назову и покажу их, да, что это за сорта. Некоторые, к сожалению, я не знаю названия, может быть, вы знаете и скажете мне. Пожалуйста, напишите в комментарии, это будет полезно. Я буду знать, что это сорта, ну и другие люди. Ну, схожесть ботвы очень хорошая у всех, как я сказал. Все сорта хорошо зашли, эти 9. И теперь я перейду ко второму сбору урожая. Я не буду сравнивать, сколько там центнеров, да, тоннов, гектара, да, или... Потому что я не фермер, у меня ни гектара, ни гектара, да, ни, даже не несколько сотен соток, да. Я выращиваю, да, картофель вот, в небольшом количестве. Обычный огород. Небольшой огород, да. Поэтому я буду мерить по старинке, как люди обычно у нас мерили всегда, сколько кустов в ведре. Вот так вот, да, измерение. Сколько кустов в ведре. Норма, я считаю, 4-5 кустов в ведре. Хороший урожай, 2-3 куста в ведре, да. Если больше 6, это уже плохой. А если куст ведро, это вообще замечательно. Хотя в моей жизни, в детстве помню, мы когда посадили лапоть, ну, другие там сорта, я помню, что хороший у нас был год тогда, и вышло так, что один куст дал 2 ведра. Представьте, выкопали куст, и 2 ведра вышло. Это очень хорошая урожайность тогда была. Вот, ну, сейчас давайте я буду выкапывать сорта картофеля, называть их. Если вы знаете, что это за сорта, а я не знаю, напишите в комментарии. Так, первое, это сорт, который... Местный сорт, к сожалению, он вырождается у меня. Я собрал ягоды, да, на следующий год я высажу в семенах, обновлю этот сорт. Вот, но он, к сожалению, вырождается, мельчает. Но, тем не менее, он практически не болеет заболеваниями. Вырождение происходит в том, что он дает меньше урожая, чем когда-то раньше давал. Красная такая, овальная. Кстати, с конусом. Необычный сорт, я буду выкапывать. Здесь всего 4 куста. Я уже 2 раньше выкапывал, поэтому 4 оставшиеся выкапываю. Урожайность у него, к сожалению, или средний, или меньше средний. Но у меня обычно меньше среднего выходит, небольшая, поэтому я вот... И хочу обновить данные сорта. Видите, еще мелкие есть картофельные. Хотя уже скоро перестанет расти. Так. Сейчас скажу. Кидаем. Ну, здесь как бы клубней. Так себе. Ничего. Единственное, они небольшие, маленькие. Видите, маленького размера. Иногда среднего размера. И часто они вот такие вот с конусом идут. Вот этот сорт с конусом таким. Как бы вот, видите. Ну вот тут хорошо видно, конус. Овально, конусная, наверное, так. Хотя вот здесь вот клубней много, плюс еще здесь мелкие образования клубней могли бы вырасти, да? Я только сейчас здесь собрал, если с мелочью, пусть получается 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 только, плюс там еще бы выросли. То есть могут дать даже 20, да? Но очень мелкие, мелкие или средние. Хотя раньше было так, что поначалу давали и большего размера были, средние или чуть большего были. Ну сейчас вот в основном из-за вырождения, наверное, мелкие. На него вообще не стоит полагаться. Вот обновлю, сам посмотрю, может быть и стоит. Так, второй куст.
Ну вот еще так себе. Все равно средненькая или мелкая. Под деревья. То есть хорошее удобрение, конечно, не под яблони, да, потому что там все-таки тоже паршивые болеют яблони, да, потому что как бы нехорошо было бы, а под другие деревья, такие кустарники, как смородина, например, или любые другие деревья. Удобрение тоже для них хорошее. Черемуха. Да. Так, второй, третий далее. Перейдем сюда. Следующий куст. Выкопаем. Так, это два куста. Ну, как видно, да, уже из двух кустов мало, да. Я говорю, это картофель, который вырождается местный. Кстати, кто знает, скажите, что это за сорт. Потому что я даже не знаю, что это за сорт. Все равно интересно. Люди уже годами некоторые у нас садят его. Мне нравится, что он гладенький. Его удобно чистить. Кстати, очень вкусный тоже. Я потом сделаю печенку. Вот. Печенку сделаю и запеку в духовке. Я как-то уже делал с ней, очень вкусно. Картошка. Жалко, что мало дает. Вот, это, кстати, три. Три всего этого. Три, и тут даже половины нету. Так, еще четвертый. Так. И вот четвертый вот этот. Пустит. Еще один. Последний данного сорта. О, вот, все-таки одна картошинка все-таки дала урожай. Ну вот, у данного сорта хоть вот такая вот, хоть одна картошка есть нормальная. Попалась. Ну, когда обновлю, посмотрю, может быть, тогда и будет нормально, да? Кстати, если, знаете, у вас вот есть любимый сорт, и вон вам нравится по вкусу, и может быть такое, что некоторые сорта вообще уже никто не выращивает, у вас сохранился, да, а вам он нравится. Если он вырождается в том, что дает уже не такие урожаи, то можно его обновить. Собрать ягодки, семена с него, ну и получится, что обычно после этого, после обновления, урожайность увеличивается. То есть вырастить надо семян мини-клубни, и из этих мини-клубней уже первое полевое поколение будет, уже даст уже хороший урожай. Второе полевое поколение тоже, то есть супер-супер-элита тоже даст хороший урожай. Ну и далее тоже, супер-элита, как бы урожай будет, должен быть очень хороший, во много раз больше. Чем уже там 10-я репродукция, да? Или 20-я. Поэтому. Ну, я в следующем году выращу мини-клубни из этого сорта. Я собрал ягоды. И потом посмотрим, как даст урожай. Так, ну вот. Вышло около полведра 4 куска. Это очень плохо. Получается плохой урожай, да? На данный картофель не стоит полагаться, нужно его обновлять. Срочным делом. Так, вот сколько вышло, всего лишь около полведра из 4 кустов. То есть урожайность не очень, да? Единственный клубень нормально большого размера, это вот этот вот. Все остальные. Вот, среднего размера, вот они. Ну, вот это еще, да, более-менее нормальные. Вот два клубня нормальные, можно сказать, вот эти, да. Остальные такого среднего размера, да, вот. Или же большинство мелкого. То есть вырождение сорта надо обновлять срочно. А кто знает, скажите, что это такое, да, что это за сорт такой. Далее, да, я... Следующий, давайте, перейдем к следующему. А, кстати, цвет маленечко другой. Здесь вот какой-то вот оттенок такой идет. Сиреневый, да, такой розовый. На самом деле, чуть-чуть маленечко. Больше скоростна. Ну, теперь дальше перейдем к следующему сорту. Это сорт, который я уже снимал видео, египетская картошка. У меня осталось 2 куска, вот, и я вот хочу выкопать их. Кстати, тут всего я садил 4 куска, всего один клубень. Поэтому это получается пол клубня. Я разрезал на 4 части. Поэтому, возможно, из-за этого и меньше в кусте клубней. Так, второй куст. Ну, тут картошечка получше. Он и помощнее был. Тоже 1/4 клубня. Ну вот тут или среднего размера, вот это тоже средний. Сейчас попробуем побольше еще посмотрим. Ага. Ну так, нет, тоже средний, но нормальный зато. Гладенький, ровненький такой. Так вот. Тоже. Да, муравьи, конечно, его обожают, этот сорт. Сладкий. Не такая-то сладость, как из погреба, другая. Сладость. Ну тоже вкусный. Особенно хочу для муравьев, которые его дуют. Так, здесь 2 вышло. Куста тоже, можно сказать. Ну, так как это 1/4 часть клубня, тут половина получается, да? То в полном смысле нельзя сказать. В следующем году посажу клубень, и вот там уже будет ясно, да, сколько же на самом деле. Ну, на данный момент урожайность, можно сказать, или средняя, или ниже средней, наверное, тоже. Но клубни хорошие. Сейчас помоем. Так, тут 2 куста. Клубни или среднего, или мелкого размера. Так, по 4, то 2, да? Если брать по урожайности, то, конечно же, не совсем, да, по количеству, такое тоже менее среднего. Поражение, вот один клубень какой-то, то ли гнил, то ли его погрызли внутри. Может быть, муравьи залезли, но там пусто внутри. Так что,
конечно, это более приспосабливаемо к нашей местности, хотя и дает слабый урожай, да? Этот, чтобы точно выяснить, какой у него урожай, надо садить клубень, нормальный клубень, и там уже будет точно известно, сколько он даст. А здесь же, как я говорил, я один клубень разделил на 4 части, разрезал, и тут получается пол клубня из этих двух лунок. Но клубни красивые такие. Я оставлю, в следующем году посажу клубнями по одному и посмотрю, какой будет урожай. Пока слабенький. Теперь перейдем к следующему сорту, местный сорт, который я уже тоже как-то показывал. Говорят, что это северная роза, но не знаю, так она или нет, я тоже буду. Теперь я уже буду копать так, что в 10-литровое ведро, тут у меня 10-литровое ведро, там написано внизу, я буду складывать, буду проверять по кустам, сколько кустов войдет в ведро уже. Это будет интересно, да? Может, и другой сорт. Кто-то считает, что это северная роза. Сорт, который специально для Сибири выращивали. Так. Такой красивый у него цвет, красненький. Тут много клубней, но они почему-то мелкие. Клубни допустил многовато, но мелкие клубни или средненькие. Хотя в большинстве своем клубни где-то 10 штук, и такого среднего размера. Или побольше, большие. Ну, тут что-то большое их количество. Но мало. Ой, маленький. Так, ладно, следующий куст. Думаю, здесь будет получше. Надеюсь. Давайте. Всегда дают стабильные, ну, сколько их много. Такого среднего размера клубни. Конечно, глазки большие у него. Разрезала одну картошку. А я люблю лопатой копать, потому что лучше я ее разрежу, там корочка образуется, чем проткну. Не люблю протыкать, потом тяжело чистить. Разрезать придется, мучиться. Лучше я ее разрежу, чем проткну. Поэтому, хотя вилами легче, но люблю больше лопатой, по этой причине. Так, это второй. Уже почти пол ведра. Видно, что урожай не случай. Третий куст. Смотрите. Это хороший кустик. Причем одно еще забыл. Ботва хорошая, еще зеленая. Ну вот. Много картошки. Средней или такая, чуть меньше. Меньшего размера, да? Но в этом кусте, в этом сорте, вернее, часто попадаются и крупные картофелины. Ну, это реально очень много. Я даже надо было, наверное, посчитать, сколько же все-таки. Наверное, больше 20. Может быть, следующий. Так и сделаем. Ради интереса чисто посмотреть, сколько же здесь в кусте картофеля. Садим по одной картошке. Просто картошка одна. Ну, хороший это. Вот это хороший сорт. Не крупный, средний, но много. Вот сейчас, наверное, проверю. Количество, наверное, возьму. Проверим сейчас. Крупные тут уже клубни. Так, ну давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. О, получше появился. 10, 11, 12, 13. Ну, считать нет это. 14, 15, 16, 17. Очень. Ну, получается, что этот сорт может давать хороший урожай. Да. Если эти все 18, особенно крупные, вырастут, около 20 получается. Так, что у нас третий сорт уже почти ведро. Поэтому это хороший сорт. Думаю, 4, как я говорю, нормально 4-5, да? Нормально. Так, четвертый. Уже почти ведро. Тоже много клубней. Так,
Ну вот, наверное, на этом и будет как раз. На этом, наверное, закончим. Так. Ведро наберется, то есть. Вот так. Так, у данного сорта, скорее всего, это северная роза. Если нет, напишите, скажите, что это за сорт. У него получилось 10-литровое ведро с 4 кустов. 4 куста 10-литровое ведро. То есть я, как видите, по порядку брал не самые лучшие крупные, да, а сразу по порядку копал. Вот это хороший урожай, то есть норма, да? Норма. Обычно средний урожай. Так, ну теперь помою. Ну вот разница видно, да? Вот этот сорт, то ли здесь 4 куста, или здесь 4 куста, да, здесь 2. Получается, вот, насколько больше, да? Что значит, в среднем выкапываешь, да, или когда мало, да, выкапываешь. Ну и размер хороший такой, средненький размер картошин. Да, есть, конечно, и много мелкой, но так как в данном сорте много картошин, то можно сказать, это простительно, да? Потому что урожайность в целом получается, ну, такая средненькая, благодаря вот этому сорту. Ну и то, что он дает стабильный урожай, это замечательно, да? Несмотря на разные погодные условия. Все, к следующему переходим. Переходим к следующему сорту, тоже хороший сорт. К сожалению, у меня только здесь 2 куста его осталось, я до этого 2 выкопал, раньше выкапывал. Вот, ну сейчас покажу вам, что тоже интересный сорт, я, к сожалению, не знаю его название тоже, если кто-то знает, скажите. Красная такая бордовая овальная картошка, сейчас увидите. Много клубней на кусте. Она даже такая, знаете, с розова. Вот она больше похожа на тот цвет, который до этого смотрели. Потому что такой фиолетовым оттенком. Розовая такая, красная, розовая такая, фиолетовым оттенком. Что за сорт? Ну, не знаю. Большое образование клубней. Причем размеры хорошие. Крупные, средние. Сейчас скажу, сколько здесь всего штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15, 16, 17. Так, пока 17 не считаем, где-то еще тусить. Так, ну вроде бы 17. Так, 17 получается, тоже около 20. Так, и вот еще один тус. О, наверное, близко. Ага, подрезал он половинку. Еще растет данный сорт, видимо, средний поздний. Потому что прошло вроде бы 94 дня, 3 месяца, да, с копейкой. Но он еще как будто бы еще рос немножко. Наверное, 1/3 ведра. Сейчас покажу. Около половины. Ну, не дотягивает до половины, наверное. А как 1/3? Почти половина. Может быть, чуть больше 1/3. Так, ну теперь пойду помою. Вот такого вот красивого цвета, розового цвета картошка. Вообще красивый цвет. К сожалению, я тоже не знаю, что это за сорт. Такая овальная картошка, овально круглая, да? Ну, конечно, клубней тоже много, а мелких. Есть и крупная, вот 1-2, да? Так, среднего размера. Вот такого. Ну, можно сказать, урожайность у него я точно не могу сказать, если бы сколько вышло бы в ведре. Наверное, тоже среднего будет. Или близко к этому. По крайней мере, там, можно сказать, 4, здесь 2. Тут 2, да, и здесь 3. 2 лунки, 2 куста. Так, если кто-то знает, что за сорт, скажите, напишите, пожалуйста, в комментарии. Следующие 2 куста. Вот они. Красная, овально-круглая. Тоже похожая на северную розу, но маленько другая. А может, и не другая. Может, это она и есть, нет? А может, это она и есть. Но она как будто с роза. Но у нее, в отличие
отличие от того сорта. Если там фиолетовые глазки были, здесь, ой, ростки фиолетовые, то здесь, не, наверное, очень похоже на северную розу, может, она и есть тоже это. Но ростки были белые, там фиолетовые. Этого сорта. Клубни тоже много. Так, раз, два, так, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Нет, это другой сорт. Клубни образование большое, но мелких тоже много. Средние бывают побольше размером и мелкие. То есть все встречаются. И средние, и мелкие, и крупные. Так же, как и в прошлом. Хотя, наверное, чуть-чуть больше, наверное. Тут вот из двух кустов почти пол ведра ушел. Чуть больше одной трети. Ну вот, два куста. Хотя он чем-то похож на тот, да, сорт. Но, тем не менее, это другой. К сожалению, сейчас вечер и уже не передает хорошо оттенки. Но даже из камеры видно, что другого цвета. Тут более такого, больше на оранжевого цвета. Похож больше. Ближе к оранжевому. Хоть камера не передает этот оттенок глаз. Ну, смотрит так. Ближе к оранжевому цвета. Красный такой, оранжевый. Ну а теперь желтая круглая, тоже неизвестный мне сорт, только тоже два куста всего лишь. Ну вот тут их крупные есть, смотрю. Средние или крупные. Мелочи почти нету. Много крупной и средней картошки. Вообще, по-моему, посмотрим. Так, ну вот, ну так же. Стабильная одна третья примерно, около половины. Два куста. Так, вот она. Ну, эта картошка очень много крупной. Я бы сказала, хорошая. Так, вот какая хорошая эта картошка. Нормального хорошего размера, мелкой почти нету в этом сорте. Хороший сорт. Кстати, может кто-то знает, что это за сорт такой? Скажите, пожалуйста, что это за сорт такой картошки. Так, ну теперь у меня 6 сортов. Теперь я буду выкапывать картошку, сорт краса, который я когда-то вырастила с семян. Сорт краса. Это уже элита. Посадил супер элиту, а выкапывать буду элиту. Правда, в траве плохо видно. Ну, тем не менее, попробуем вытащить. В этом сорте всегда более 20 штук картофеля и очень много крупных. Вот сколько их. Как я уже видео снимал, поэтому не буду считать. Там около 30 штук было. Ну или в обычном. Обычно так и есть. Крупная картошка или средняя. Двадцать семь, двадцать восемь.
29, 30, 31, 32, 33. Вот уже 33 с одного куста. Сейчас посмотрим. Ну, всегда более 20 во всех кустах. Были около 30, а тут даже бывает, видите, больше 30, кажется. Так, вы видите, уже пол ведра с одного. Только с одного куста. Давайте сейчас второй выкопаем. Второй куст. Ого, ой, ого, это вообще гигантский. Тут стебли толщиной больше пальца. Причем все. О, ничего тут. Затва мощная какая. Ого, как тут крупный. Вот теперь я здесь посчитаю, сколько здесь. Вон, ботва. Больше метра. Почти полтора метра. Так, хотя они не крупные доплавят. А картошка вон гигантская. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. О, какая гигантская. 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Семнадцать, восемнадцать, 19, 20, 21, 21 вроде бы. Несмотря на то, что 21. А нет, больше. Вот еще. 22, 23. 24. Очень много гигантской, огромной. Ну вот ведро вышло. В двух. Да, почти ведро. Ну, можно сказать, ведро. Да, без верха, но ведро. Два куста. А, ну вот, раскидал ведерочко. Всего два куста, да, видно разница, да. Это сорт, кстати, я покупал раньше семена. Картофель в семенах. Семена покупал от фирмы Сибек, сорт краса, несколько лет назад. И вот сейчас вот уже... Да, каждый год выкапываю, после того, как мини-клуб не вырастил. Каждый год высокая урожайность, вот он меня в основном и спасает. Когда неурожайный год, он всегда урождается. Даже неурожайный год. Так, здесь два куста, здесь два куста, здесь, вот тут, да, египетская, и здесь. Видно, да? Разница, да? А там четыре, и здесь четыре. Ну и видно размеры, да? Просто гигантские клубни, причем их удобно чистить. Единственный минус, скажу, это тоненькая. И хранение у него такое, то есть оно сохраняется, но весной она такая мягенькая, мягкая, не твердая, мягкая. Но тем не менее, ну, все равно как бы я сажаю, да, каждый год нормально. Ну вот, такой минус у него, слабенькая кожурка, что для хранения, да. Хотя по времени вроде бы уже подошло убирать. Вот. Ну, сорт просто замечательный, не передать словами. Клубни в основном гигантские, большие или средние, и мелочи мало. Несмотря на то, что, как видите, 30, да, даже 33 в одном кусте было. Так, это у меня 7 сортов, осталось еще 2 сорта, но их я посадил позже. Один сорт сынок, а другой сорт скороспелки Коломбо, голландский сорт. Сейчас перейдем и выкопаем. Сейчас уже стемнело, поэтому хуже будет видно. И, кстати, здесь, конечно, нельзя полностью этот сорт сравнивать с теми. Во-первых, по времени меньше, тут всего около 3 месяцев, 87 дней. И второй, вот эта картошка, которую я раньше садил, она свешивалась над ботвой, я этого не заметил, и сынок поэтому спрел и... Ну вот, пришлось раньше выкапывать положенного срока, а он же не скороспелка, даже не среднеспелый сорт, это поздний сорт, среднепоздний или поздний. Поэтому клубни у него средние, вот этот маленечко чуть больше, да? Ну и вот средние клубни. Хотя, я его в следующем году посажу в нормальные условия и посмотрим разницу. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Разрезал клубы. Получается полкуба, не целый кубик один. 10 штук. Из-за того, что на улице уже темно, мне пришлось перенести в сенце картошку. Вот он сорт. 8-й сорт сынок, который я выкопал 2 куста. Ну, в одном кусте тут он вообще зачах, у меня было всего 2 картошинки. Ну, понятно, я же, как я сказал, да, урожай здесь маленький. Не потому что сорт такой, а потому что более ранний сорт заглушил его, вот этого сынка. Тот сорт, да, навис на, это получается, над сынком, да. И получается, что кусты спрели, были слабыми. Вот, и вышло мало картошин, пришлось выкопать раньше времени. На следующий год я посмотрю урожайность, действительно, какая будет у него. Ну, теперь посмотрим, вот сейчас разложу. Все в том порядке, слева направо. Первое, что выкопал, 4 куста. Это египетская, желтая, 2 куста. Здесь 4 куста ведро.
Хотя я отсюда еще несколько картошин брал на картошку, сейчас жарю. Так, здесь два куста. Тоже два. Ну и в этой два. И здесь два. Да, вот это замечательный, да, сорт. Ну и тут два. Так, получается 4 только первый и третий. А все остальные по два куста. Вот так можно сравнить. Там, понятно, первый это плохой урожай. 4 куста мало. Остальное среднее. Ну, единственное, вот этот мой сорт. Элита, да. Здесь хороший урожай. Вот это, да, это два куста. Нет, два куста. Он тоже хорошо, два куста. Считай. Вот смотри, он там 4 куста, а тут 4 куста. А все остальные по 2 куста. Да, да. Ну да, и картошка такая мощная, крупная. Ага. Угу. Вот такая крупная картошка. Нормальная вообще, здоровенная. И удобно брать, чистить. Так что вот, завтра, то есть здесь 8 кустов, 8 сортов. Завтра я продолжу, сниму 9-й. Да сейчас уже темно, поэтому завтра, ну для вас это сейчас будет, да? Я сниму последний, выкопаю сорт, корспелку Коломбо. Ну и далее потом уже по вкусовым качествам сравню. Разложил сорта так, чтобы не перемешались. Очень похоже, потому что вот сынок с этим сортом, это перемешается, да? И что делать? Вот, сынок, это я не знаю, что за сорт. И тот тоже похожий, вот с этим немножко. Хотя по цвету все равно отличается, но тем не менее, все-таки решил ящик положить, чтобы не спутать. А то кто знает, потому что завтра проснусь, встану, а кошки тут будут заходить, потому что мимо проходят, могут перемешать. Ладно, теперь останется последний сорт, скороспелка. Ну что, последний остался, 9-й сорт Коломбо, скороспелка. Также по порядку, первого куста. Посмотрим, сколько будет в ведре. Вот. Вот это хорошая, крупная картошина. Это уже поменьше, средненькая. Ну и мелочь. Так, ведро. Сейчас. Ладно. Коломбо — это голландский сорт скороспелки. Несмотря на то, что ранний сорт, вкусовые качества у него говорят, что нормальные. Так, я считаю все клубни, даже мелкие, чтобы точно знать, какое клубни образование. Хотя в основном это я потом вот эту мелочь всю соберу отдельно, отделю, и это на корм животных будет. А те, что помельче, можно, кстати, клубни, которые небольшого размера, такие, конечно, можно или почистить, или в духовочке. Бывает не сильно мелкие, но не очень не так. Мелкие, но не до такой степени, чтобы отдавать животным. Эти такие клубни можно сделать в духовке. Наполовинку я покажу сейчас, после как раз делаю там. Очень простой вариант, возиться ничего не надо, только помыть ее все, да порезать наполовинку. А мелкие можно и не резать даже. Так, ну вроде бы нету, так, а вышло всего, сейчас скажу, в этом кусте. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 штук. Одна крупная, три средние и мелочь остальная. Так, следующий. Вот этот вот. Садил те клубни, что мне прислали. Размером, конечно, они были не очень. Поэтому, учитывая, что какой урожай, здесь и куда больше. Так. О, вот крупный. Так, крупный. Вот еще крупный. Вот три крупные я уже нашел. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Но здесь это один-две картошины. 19, не одну. Вот в этом кусте. 19, 20. Поэтому тут, наверное, наполовину надо разделить. 20, 21, 22, 23. 10 штук, 10-15 получается, да? Средняя или чуть выше среднего? Ну, средняя, 10 штук средняя, да? Какое клубнее образование. Вот у меня в красе там, да, там высокое клубнее образование. Так, вроде бы нет. Около 15 штук, 10-15. Так, все, далее переходим. Уже почти пол ведра. Так, сюда переходим. Делаем сейчас, чтобы было хорошо видно. Вот, конечно. Вот еще два кустика. Вот они. Посмотрим, сколько выйдет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, с этой картошки семь, а вот еще восемь. Восемь, девять, девять. Вот огневая. Так, и вот с этой картошки.
еще третий куст, следующий, четвертый куст. Четвертый. Я уже сейчас вижу, что результат хуже, чем у местного сорта, который здесь выращивается, местный сорт. Учитывая, что сегодня 88-й день с того момента, как я посадил Коломбо. То есть местный сорт дает больше результаты, чем Коломбо. Тот местный сорт, где я выкопал 4 куста на ведро. То есть в ведре было 4 куста. Несмотря на то, что Коломбо посадил в большинстве своем по 2 карташины. Но карташины были, которые какие мне привезли. Небольшого размера вот такого вот. Вот, кстати, проволочник уже грызет. Вон он. Небольшого размера. Желательно садить большего размера, чтобы хорошие были мощные кусты клубни. Ну, вот в следующем году посажу и посмотрим. Там будет, наверное, более лучший результат. Там уже. Опа. Вот это мне не нравится. Он немножко. Он хотя на краю. Диван. Прокалывать не люблю картошку. Так, ну вот. Так, это у нас 4. Теперь сюда перейдем. Перейду сюда, там пропущено, я выкапывал просто там уже картошку. Давайте здесь перейду. Так. Так, это 5-й куст. Попадается хорошая картошка, ну, в большинстве своем средняя. У данного сорта ничего особенного я не заметил по схожести, по количеству клубней. То есть, ну, а клубнеобразование у него, ну да, клубнеобразование у него начинается раньше. Хотя некоторые местные сорта, как я заметил, в это время уже тоже такие же клубни. То есть, ну, как местные сорта, можно сказать. Может быть, потому что я этот сорт привез с Урала, то есть заказывал, и первый год он в другом климате выращивался. Может быть, следующий год посажу и раньше будет клубни. Но на 40-й день их не было. Ну, то есть после посадки 40-й день, я имею в виду. Ну, были, ну, смотрите, вот такие мелкие. Что это такое? Правильно, 40-й день. Может, в следующем году будет нормально. Смотрите, уже 5-й куст. А вот эти сорта южные. Ну, полагаться не стоит, да? Хотя в следующем году нормально, посажу клубни, посмотрим. Может быть, другой результат будет. Так. Сейчас сюда перейду. Перейду вот так. Так, что это, 6-й у нас уже? То есть все хуже нормы. Норма, как я говорю, 4-5. Вот этого я и не люблю, вот этого. Прям хороший клубень. И прям на диво. Лучше лопатой прорезать наполовину. Так, потом чистить, вычищать это все, замучить. Так, почему-то его проволочник просто обожает, но, видимо, вкусный. Потому что проволочник обычно только вкусно ест. Самое вкусное любит проволочник. Если любит проволочник, значит картофель должен быть вкусный. Ну, скорее всего. Ну, посмотрим. Я сейчас сравнение будет. Так, что это, 6-й, да? Тоже. По результату видно, что хуже среднего. Хуже среднего. Смотря на то, что 87-й день. Были бы на нем семена, я бы обновил его, но семян не было, помидоров не было. А там на сорте было только белое цветение, да? Ага, сейчас. Так. Далее, теперь, как видно, чуть-чуть не хватает, ну, можно сказать, почти ведро 6. Так, это 7-й куст. Ну, здесь-то уже будет. Так, ну, все, наверное, я его выкопал, Коломбо, а там я до этого выкапывал. Почти ряд, у меня 10, в ряду 10 кустов. Так, ну вот, получается 7 кустов. Ну, вообще, почти все скороспелки дают небольшие результаты. Обычно большие результаты дают поздние сорта. Ну, и нормальные, средние еще тоже хорошие дают результаты. А скороспелки редко дают. Но если в следующем году я посажу ее в хорошие условия, у меня же земля так все-таки, как-никак, я только второй год занимаюсь в этом году. Так, 3 года мы здесь, на болоте, да, живем. И только второй год я начал заниматься землей, удобрять ее. Так, первый год, как мы приехали, здесь результата в огороде вообще никакого не было. Так что посмотрим, на следующий год я посажу, посмотрим, будет ли разница. Такая же, как в этом году будет результат или лучше. Так, 6. Получается 6 кустов ведро Коломбо. Ну все, теперь у нас остается последний способ сравнения, да? Это вкусовые качества. Сейчас помою и высыплю. Вот так выглядит в ведре помытые клубни. Хотя среди Коломбо, да, встречают хорошие результаты. Да, вот такого вот размера, хорошенькие клубни, гладенькие. Но бывает, к сожалению, да, и так себе не очень. Средние результаты, ну и мелкие тоже есть. Ну, сказать, конечно, сложно. Давайте сейчас высыплю и там уже сравним. Ну вот, сравнение, да, всех кустов, да. Учитывайте, что здесь 7. Вот он, Коломбо. 7 кустов. Да, разница. Или здесь 2, или здесь 7. Причем в Коломбо тоже встречаются хорошие клубни. Вот, если взять вот клубни, но почему-то треснутые. Трескается почему-то. Может, это уже сорт выводится, выведение сорта, выведение...
происходит, в общем, вырождение сорта. И поэтому некоторые клубни трескаются. Может быть, то, что, видите, выращивал в других условиях из-за этого. Может быть, клубни надо привыкнуть к нашим условиям. Так. Много мелкой, средней и крупной. Главное по вкусу. Если вкусный сорт, то можно его развести, попробовать. А если будет ягодка, обновить его, тогда будет, думаю, вообще хорошо. Ну, конечно же, на данный момент, если сравнивать, да, то 7 кустов на ведро – это плохой результат. Как я говорил, 4-5 нормальный, 2-3 хороший. Ну, один – это вообще идеально, да? Ну что, теперь переходим к следующему, самому вкусному процессу для меня. Сейчас я делаю самый простой рецепт приготовления картофеля – печенку. Но печенку не на костре, а печенку в духовке. Я заметил, что если разрезать клубень наполовину, то достаточно просто помыть его и разрезать наполовину. Можно и не разрезать, но если разрезать наполовину, то тогда можно посолить. Так, первое. Красное. 4 куста я выкопал. Далее. Египетское. Египетское пожелтее. Хотя красное там тоже желтое. Светло-желтое, такого бежевого цвета. Так, третье. У него внутри желтое, а краешек такой беленький. Ой, я пропустил. Это у нас будет четвертое. Вот сюда. Третье это вот стоит под нос. Сейчас соберем время. Выберем картошку какую-нибудь, которая красивенько так смотрит. Ну вот это можно, например. Причем удобно, что нельзя, не надо даже помыл просто и не надо чистить кожурку. Пока молоденькая, она не будет горчить. Как только она станет, вот сюда надо было. Как только она постарше станет, то тогда кожурка будет горчить. Кожура у меня. Так, это получается третье. Это чтобы нам не спутать. В таком же порядке делаю, как выкапываю. Так, это четвертое я уже сделал, да? Так, пятое вот это вот. Возьмем. Вот. Желтое полностью. Кстати, если она похожа вот на этот сорт, да? Если в этом сорте желтая внутри, а с краев белая окантовочка такая, то здесь полностью вся желтая картошка. Так же, как вся желтая вот египетская. Так, теперь следующий это у нас идет сорт. Так, не знаю, который я, да? Похожий на дрету, который. Ну, не знаю, на самом деле, что это за сорт, дрета или другой. Так, тоже желтый внутри, хотя дрета, говорят, белая. Так, красный возьмем. Небольшой клубень возьму. Какой-нибудь такой средненький, небольшой. Вот. Красава. Так, следующий, что у нас по порядку было. А, лапоть. Ой, лапоть не было еще. Лапоть в следующий раз я буду делать. Так, сынок. Клубень сынка возьму. Это колумба. Девятый сорт. Колумба. Мягенькая. Вот так. Даже можно больше, еще можно сюда доложить. Можно не так часто пореже сделать. Например, сюда сынка можно. Скажем, это тоже реже. Так, вот так, да? Вот так вот сделаем. Можно. Да? Один. Запомнить главное. Главное запомнить. Вот это один сорт. Так, порядка. Не запутаться теперь. Так, это получается два. Первый, второй. Вот это третий, четвертый, пятый. Не запутайся. Так, ладно. Ну, по сути, не похоже. Вот оно. Ладно. А делаем вот так, наверное. Ленька, чтобы было понятнее. Угу. По два. Все. Теперь останется посолить. Так, вот, поближе покажу, как выглядит внутри данной сорта. Ну и посолю, конечно. Так, начиная слева направо, сверху вниз, то есть с моей стороны, если от меня. С вас наоборот, да, получается. Так, вот первый сорт, который, то есть получается, вот так снаружи выглядит, да, так внутри. Который конусный, который первый выкапывал, имеющий форму конуса. Первые 4 куста, да, выкопал. Вышло всего меньше полведра даже. Далее, египетская картошка, которую любят муравьи. Сладкая картошка. Желтая, продается в магазине, в супермаркетах. Так, третье, это, говорят, что это северная роза, ну, не знаю, так ли это или не так. Вот, внутри желтая, а край беленький. А, вот, сейчас посмотрим. Так, далее, четвертый. Немного сразу такого цвета
немного даже такой, да, цвет необычный. Тоже желтый внутри, края белый. Вот на желтая такая, да. А далее, что у нас идет? Четвертое это. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая картошка, которая на эту похожа, да, но если здесь желтая с края и беленькая, да, то здесь полностью вся желтая картошка. Внутри чисто желтая. Так, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Это у нас. Ага, шестой, шестой. А, тоже неизвестный сорт. Так, в данном сорте. Так, в данном сорте он немножечко желтенький. Желтан, чуть-чуть желтан тоже. Ну так, я смотрю, у всех у этих сортов желтый цвет. Но есть слабо желтый, например, вот этот вот бежевый. Также моя тоже, чуть-чуть желтан. Вот следующий идет. Краса сорт. Высокоурожайный, а калорийность, кстати, выше среднего. Большинство из этих имеет средняя калорийность. Тут немножко больше калорий. Это краса, так, это у нас неизвестный белый сорт. Это у нас сынок. Сыночек. И последняя колумба. Кстати, колумба, так же, как и египетскую, тоже любит есть муравьи. Тоже подгрызает, я вот заметил там клубни. Подгрызанный вот, например, муравьем. Все, вот такая вот на цвет она внутри, как она выглядит. Ну, теперь я солю. Я только посолю, я приправу не буду добавлять. Обычно я еще какие-нибудь приправы сверху добавляю, перчик, еще что-то. Чуть-чуть там для аромата. Но она и так вкусная. А так как сейчас я буду проверять на вкус картошку, я ее просто подсолю. И все. Никаких приправ не буду, чтобы не испортила вкус картошки. Чтобы мне точно определить, узнать, хорошая она вкус или нет. А половину из этих сортов я уже хорошо знаю, уже много раз делал в духовочке. Ну, половина. Например, колумба я только первый раз буду пробовать. Сынок тоже еще ни разу не пробовал. Я их по почте заказал в этом году. И вот сейчас первый раз выкопал. А, колумба выкапал уже, пробовал есть, но не в духовке делал. Так что в духовочке первый раз попробую. Так. Ну все, теперь на полчаса поставлю духовку, и она будет готова. Пока картошка печется, я хотел бы подвести итог по урожайности. Ну, конечно же, хороший урожай только у одного сорта, это сорт краса. Да, вот это единственный, который дал хороший урожай. Все остальные средние. Да, средние или меньше среднего, да, или плохой. Ну, на второе место я бы поставил два сорта. Это сорт вот этот третий, у него большое клубневое образование. Я думаю, он еще бы рос. Мы копали зеленую ботву. Видимо, он средний-поздний, не средний. Третий, да. И вот этот сорт тоже. Так, 3, 4, 5. Шестой. Шестой тоже хороший сорт, несмотря на то, что клубней мало, но у него много крупных. Крупные и средние, если взять по объему, их больше, чем мелочь. Все остальные сорта, вот здесь вот, например, крупных вообще нету, только средние и мелкие. Здесь есть только два клубня, остальные средние и мелкие. Но там тоже поздний. Тот сорт я даже не знаю, как, ну, на данный момент меньше среднего. А если взять вот колумбы, сами видите, что хотя много крупных есть, то же самое, много мелочи. Так что, и учитывая, что здесь 7 кустов, на данный момент, вот, ну, это плохо. Вот. Поэтому, ну, как бы так, все остальные поставил на последнее место. Вот получается, первое у меня место, это вот этот сорт краса, второе, тот красный, вот этот белый, вот этот. Да? И остальные ставлю на третье место по урожайности, что не заслуживает внимания. Ну, теперь по вкусовым качествам. Подождем, как сделается картошечка, и проверим на вкус. Ну все, сделалось. Картошечка печеная в духовочке. Да, теперь я перейду на оборотную. Заметили, вот она конусная. То есть с вашей стороны получается это первое, да, которое мы выкапывали в форме конуса. Смотрите, какая красивая, да? Поджаристая вон, корочка. Причем со всех сторон. Причем очень вкусная. Сейчас пока она молоденькая. Вот это даже кожурка, которая тоже полезная. Она очень вкусная. Так. Осталось только проверить. Я уже до этого пробовала. Хочу сказать вам, что некоторые сорта. Ну, сейчас расскажу. Вот это очень вкусно. Вообще объедение. Вот урожайность у нее плохая, но на вкус она вот такая вот. Египетская. Египетская тоже вкусная. Тоже мягенькая, вкусная. Чувствуется, что она послаще. Вот эта катушка, она суховатая. Для духовки. Она хорошо подходит для жарки. Варить ее хорошо. А для духовки она суховатая. Ее надо чем-то с майонезом или каким-то соусом. Вот этот третий. Вот. Да. С красными, с фиолетовыми глазками. Так, четвертый. Сорт. Все вкусно. Все вкусно. Они, если честно, многие сорта очень сильно похожи между собой. Вот этот отличается только, он суховатый, но он вкусный. Вкусный, но суховатый. То есть его надо из духовки с чем-то. А все остальные похожи между собой, вкусные. Ну, как бы, знаете, здесь в основном желтые сорта, где много каротина. Сами по себе желтая картошка очень вкусная. Ее, если честно, отличить тяжело. Потому что вся, вот в мелочах каких-то отличается. А вот это, кстати, про красу, хочу сказать, не знаю, как сейчас ем. Она, я там сказал раньше, калорийность, не калорийность, крахмалистость, у нее большая крахмалистость, а не калорийность.
вкусно тоже. Вообще обедение. А, батю хочешь? Да? Так, это краса у нас. Побрыз каждый. Так, а это что у нас? Я уже забыл. Угу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Что же это такое? Капал. А, ты понял. Та картошка, что я думаю, скорее всего, я думаю, похожая, которая на адрету-то, да? А на самом деле, не знаю. Что за картошка? Это большая, давайте, мелкая. Я, кстати, впервые ее пробую. В духовке. Ну, тоже не то. Тоже нормально. Вроде бы. Вроде бы. Сейчас подвигаю тут сюда. Нормально. Хотя, смотри, чем сравнивать. Это лучше сравнить. Это, конечно, хуже. Вот это вообще супер. Ну, самый вкусный, вообще, ароматный. Так, сынок, давайте проверим. Вот это пойдет вкусно, это вкусно. Ну, для духовки вот это вообще объедение. Я бы ее оторваться не могу от нее. А эти тоже пойдут, но по сравнению с этим. Ну, сказать, это четверка. Вот это пятерочка. Оторваться невозможно. Тоже вкусно. Так, и последнее. Это у нас... Так, а, ну вот коломба. Вот что интересно. Давай. Хорошая. Нормально? Вкусно? Угу. Ну, какая-то мягкая такая. Вкусно тоже. Вот это я бы съел, ел. Я на высшее место поставил, опять вкусно. Хочу. Нет, колонка тоже вкусная. Угу. Не зря я говорю, говорят, что она скороспелка, но вкусная. Угу. Ну, пятерка. Колонка. Чем сынок, мне кажется. Ну, сказать, все вкусные. Просто есть настолько вкусные, вот как вот это, я ее ем, и не могу остановиться. Вот это вкусно, но ее надо макать чем-то. Ее тоже можно есть. Ну, надо макать чем-то. Это. Она очень вкусная, но суховато. Ну, такой аромат приятный, картофельный. Ну, с чем-то лучше, да? Потому что когда много ешь, как бы суховато. А вся остальная, она так не сухая, нормально ест. Вот если в духовке делать. А те, что желтее, сорта желтые, вот, мне кажется, они вкуснее. Вот, хотя вот эта бежевого цвета, но она еще даже вкуснее, чем даже коломба или даже египетская. Вот, они тоже вкусные, на пятерку. Но вот это вообще, ее ешь и ешь. Я не знаю, что это за сорт конусом, который... Ну, идеально для духовочки, для печенки. Вообще, самое вкусное вот из всех этих. Так что, спасибо вам за внимание. Барсик тоже так же думает, да, Барсик? Да, говорит, смотрите. Спасибо вам за внимание. Сегодня я провел эксперимент, в котором я лично для себя убедился в определенных сортах картофеля, провел сравнение. Раньше я садил их регулярно, да, и что-то знал, что-то нет. Но сегодня я сам что-то знал, может, и вам это будет полезно. Вот особенно по вкусовым качествам определиться, да, что вкусно, потому что есть сорт, например, вот который я сейчас конусом, да, в форме конуса, да, вот эта картошка первая, что я выкапывал. Ну, урожайность у нее, ну, плохая, вот честно говоря, сказать, плохая. Но на вкус она на 5 с плюсом, самая вкусная вот из этих сортов. Хотя все остальные вкусные, вот все вкусные сорта вот здесь, нету такого невкусного, вот все вкусные. Но вот эта картошка самая лучшая по вкусовым качествам, если делать в духовке. Может быть, если жарить. А мой сорт краса, который самый на первое место по урожайности я поставил, мой сорт, хочу сказать, что он вкусный вот сейчас в духовочке, я его сделал очень вкусный. Его тоже ешь, и приятно есть, и хочется есть. А, ну, и когда жаришь его на сковородке, то из-за высокой крахмалистости он идеален для пюре. Но если его жарить, то он может рассыпаться. Вот, то есть получается, что
картошка, да, это не может не прожариться, поэтому, ну, как бы знаете, да, про данный сорт. И у него тонкая шкурка у красы, да, а та же тонкая шкурка у коломбо, ну, вот, а остальные, у остальных такая средняя и толстая шкурка, да. А сейчас, пока свежая, никакая картошка не горчит. Каждая шкурка, ешь, когда кусаешь, да, не чувствуешь горечь. Потом уже, попозже, а когда она полежит, тогда, конечно же, уже так не получится, как сейчас. Надо будет тогда шкурку вычищать, убирать, да, чтобы вот так вот поесть, сделать такую вот картошечку в духовочке. Ну, всего вам хорошего. Желаю вам хорошего урожая. Ну и посмотрите также другие мои видео на канале. Я уже снимал много и про картофель я снимал, про эксперименты разные. Я регулярно провожу эксперименты. И очень много разных у меня экспериментов есть. Поэтому можете посмотреть на канале. Ну и всего вам хорошего. До скорой встречи.